Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня 3 июня 2022 года. Мы находимся в нашем хозяйстве в Акжеле. Здесь у нас растут клумбы с маточником роз. Будем сегодня проводить первую химическую обработку профилактическую у наших роз. Погода в этом году весной выдалась такая по книге рекордов Гиннесса самая холодная. Только-только начинается тепло, было все время очень холодно, сыро. Розы в это время, если уже первая волна цветения вовсю начиналась, то сейчас они только-только идут в рост, и поэтому обработка в этом году только первая. Мы уже снимали много видео ранее о тех обработках, о препаратах, которые используем мы в нашем хозяйстве. На нашем канале можно это все найти, посмотреть. В общем-то, ничего не меняется годами, поэтому, ну, иногда добавляется, если что-то новинка какая-то. Ну, в целом, систему понять можно и посмотреть. Но так как наши покупатели многие спрашивают, ну, решили сегодня еще раз показать вам то, как мы обрабатываем на улице наши розы. В теплицах, в блоках и на улице то, что у нас в контейнерах растет, мы по схеме обрабатываем, ну, тоже как обычно. Об этом тоже ролики есть. А сегодня мы покажем, как обрабатываем на улице в розариях розы. Будем использовать 4 препарата. Это Topaz Quadris, это фунгициды. Также Falcon, он же фунгицид и плюс прилипатель. И Фитоверм. Первые 3 препарата – это комбинированные препараты от разных грибковых заболеваний, фунгициды так называемые. Работают они на 4 класса грибков, чтобы охватить большую часть грибков для профилактики. Также прилипатель очень хорошо действует, тем более, что непонятно, будут дожди, не будут. Поможет подольше сохранить действующее действие этих препаратов. И плюс фитоверм. Он используется как инсектицид. И также неплохо помогает в профилактике для паутинного клеща. Вот его сегодня добавим. В общем, получается так называемая баковая смесь. Добавляем мы все, кроме фитоверма. В общем, Falcon, Quadris и Topaz 1 мл на литр воды разбавляем. И фитоверм 2 мл на литр воды. Ну, как обычно, опрыскиваем нашим опрыскивателем пушкой бензиновым. Бак 15 литров. В общем, сейчас будем разводить, заливать в нашу пушку опрыскиватель и обрабатывать. В садах очень удобно использовать баковые смеси. В общем-то, их можно пореже использовать, поменьше тратить времени на обработку. Также баковыми смесями, пока не завязались плоды, можно обрабатывать и плодовые растения, потому что все знают, что особенно на черной смородине, на груше и мучнистая роса может появиться, и пятнистости различные, особенно на груше. Плюс грушу очень любят тля галловая. В общем-то, баковые смеси им показаны для профилактики. Ну а так, если есть возможность и можно почаще обрызгивать, приблизительно раз в 2 недели, можно использовать какой-то один фунгицид и один инсектицид и менять через раз. Ну, вот, там, один раз квадрис фитоверм, второй раз можно топаз и актару смешать. Ну, в общем, ну, наверное, все уже об этом знают. Так, повторюсь еще раз для тех, кто, может быть, впервые сталкивается с растениеводством. Вот. Сейчас Джамал размешивает все препараты в одном ведре. И затем процедим и будем добавлять это все в большое количество воды в сам опрыскиватель. По первым признакам, вот только розы начинают распускать листья, облисляться, уже начинают активироваться гусеницы, поэтому мы фитоверм добавляем сейчас к фунгицидам. И через 2 недели приблизительно, даже, наверное, раньше, через неделю, через дней 10, обработаем еще отдельно актарой. Это очень хороший препарат от всех других видов насекомых, грызущих, сосущих.
Ну, единственное, от паутинного клеща актора не помогает. Там надо либо Аполло, либо вертимек. Фитоверм также помогает. Но актора от паутинного клеща не спасает. Это часто задают вопрос. Зато очень хорошо помогает от всех других грызущих, сосущих насекомых. Вот. Но сегодня мы используем фитоверм. Он, в общем-то, еще и биологический препарат. Ну и то, что, в общем-то, на улице паутинного клеща практически никогда не наблюдалось у нас. Развивается он при плюс 28 градусах и в основном в закрытых помещениях, вот в теплицах, в блоках. Поэтому эту профилактику этими препаратами мы используем в основном только в теплицах и блоках. Ну а на улице нет смысла использовать, они очень дорогие. Ну и что их использовать, если клещ не живет на улице практически. Бывает, появляется, но это когда очень сухо и очень жарко. Были года, когда появлялся клещ, он как-то быстро с ним на улице можно справиться в садах. Что не скажешь о теплицах. А в теплице, это, конечно, в теплице это больная тема. Клещ паутины, особенно когда жарко, обязательно надо влажность создавать, потому что клещ не любит, когда сильная влага. Но от сухой и жаркой погоды он очень-очень быстро размножается и распространяется, и очень сильно портит лист. Практически весь приходится его обрывать, если он поражается паутинным клещом. В основном обрабатываем мы от клеща в теплицах вертимек, Аполло, Санмайт, Амайт. Ну, Амайт уже давно не используем, он лист поджигает, да его, по-моему, сейчас уже и нету из-за санкций. Ну, это вот три таких. А еще Оберон неплохо действует. Ну, в общем, это основные препараты, а плюс еще Масай. Ну, вот на данный момент, что есть в продаже, то и будем использовать. Но эти все препараты очень эффективны от паутинного клеща. Так, ну что, развел. Теперь тебе надо процедить там этим. Ага. Берем воду из пруда. Вода очень хорошая, мягкая, поэтому надо ее процеживать. Вон в сите остается какая-то взвесь непонятная. Так, ну что, угу. Сейчас Джамал заведет пушку, пойдет обрабатывать. Вы посмотрите, если интересно, как этот процесс проходит. А я сегодня на этом с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч.